Да, а вы что, поехали уже? Вы говорите баскет. С вами Саша и Слава. Всем привет из Челябинска. И мы находимся на первом в истории Кубке России по баскетбольному двоеборью. В турнире, где воедино слились баскетбол реальный и интерактивный. Серьезнее и интереснее, чем принято о ней думать. И в этом выпуске мы подробнее расскажем о ней, а также о спортсменах-первопроходцах, ведь на дебютный розыгрыш заявились аж 14 команд. Но начнем, пожалуй, с правил. В начале 2024 года баскетбольные двоеборья внесли в реестр официальных видов спорта, и уже спустя 3 месяца первое официальное соревнование. Сейчас расскажем, как происходит матч в баскетбольном двоеборье. Для начала закрепим, что существует два этапа. Первым играется интерактивный, он длится 7 минут грязного времени, после чего команды переходят к физическому, который длится 5 минут грязного времени и последние 2 минуты чистого. Игровой счет суммируется на протяжении двух частей матча. И сразу объясним схожесть между ними. Игровая площадка представляет из себя баскетбольный корт на одно кольцо с идентичной разметкой. Единая баскетбольная форма, как игроки, так и интерактивные персонажи одеты в одинаковую форму одежды. Состав на игру – 3 человека, 2 игрока и 1 запасной. Разрешено проводить замену в любом из этапов при мертвом мяче. Система начисления очков тоже едина. За попадание из-за дуги команде начисляется 2 очка, за штрафной бросок и попадание внутри дуги начисляется 1 очко. Количество судей на этапах. В матчах участвуют 4 судьи, 2 технических судьи в интерактивном этапе и 2 полевых судьи в физическом. Перейдем к главным различиям этапов. В физической части предусмотрено 2 медиа-тайм-аута. Также у каждой из команд есть право взять 1 тайм-аут. В интерактивной части они не предусмотрены. И последнее. В случае равенства на табло по окончанию игрового времени в физическом этапе назначается серия штрафных бросков, где каждый игрок команды выполняет одну попытку поочередно с линии штрафного броска. В случае, если все 3 броска были точными, то продолжать серию может любой игрок команды поочередно с соперником до промаха. Кирилл, расскажи про первые свои впечатления от такого формата. Очень тяжело. Я уже в отпуске находился, отдыхал в Турции. Приехал буквально 4 дня назад, ребята говорят, давай съездим, поиграем, ну, в удовольствие. На что вы сделали акцент, на физическую часть или интерактивную? В чем ваша команда нашла баланс? Ребята очень долго думали, кого взять, или киберспортсмен, двух баскетболистов, но мы сразу поняли, что 7 минут играть очень тяжело, без замены. Мы решили поехать 3 баскетболистами. И все выступают на профессиональном уровне. 2 игрока Суперлиги, 1 игрок высшей лиги. У нас Егор очень сильный игрок по приставке. Но я ему немножко помогал.
4 дня потренировался, впервые в жизни играл в приставку. Я умею играть в эту игру довольно неплохо. И Александр Темников, он из Курчатова 3 на 3, решили такую коллаборацию сделать. Потому что я там и там могу играть, у нас есть кибер-игрок. И игрок 3 на 3, по факту у нас такой оптимальный состав. Яркий перформанс на интерактивной площадке, убедительная игра на основном корте. Такое ощущение, что Парма Кибер готовилась к двоеборью еще до того, как его придумали. На самом деле, расскажи, как вы собирали команду на этот турнир? Собрали буквально за неделю. Вот, у нас был сильный кибер, он выступает, Вадик выступает за Парму в кибер-чемпионате России. Вот. Ну и Сергей, мой партнер по команде, он просто не мог отказать, у него нет выбора. Вот и все. У тебя какие-то тоже отношения на «ты» с приставкой, или мне показалось? Я вообще давно играю, если честно, мне кажется, я уже лет 15 играю в приставку. Но благодаря Вадиму я начал понимать вот технические особенности и, самое главное, ну, тактические элементы, которые я просто не знал. Там, понятно, что я играл в основном там либо треха, либо данг. Здесь мне приходится играть большого, поэтому я ему благодарен просто за знания даже. И чтобы сегодня оказаться в этой точке, где баскетбольное двоеборье признано Министерством спорта официальной дисциплиной, пришлось пройти огромный долгий путь, который поначалу не сулил таких масштабных преобразований. И сейчас не столько на правах корреспондента РФБ, сколько на правах руководителя департамента интерактивного баскетбола расскажу, как все начиналось. Атлета всегда можно определить визуально. Иногда даже угадать вид спорта, которым он занимается. А вот распознать в толпе киберспортсмена задача более сложная, но всегда интересно. В первом составе сборной России был, и потом тренировал, когда вот как раз взяли золото на FIBA Sports Open 3. Я запустил свой бренд VeloXR. Я полностью погрузился в тему великов. Сейчас я сотрудник Федерации баскетбола Удмуртии, занимаю должность специалиста по интерактивному баскетболу. Все, что касается у нас в республике интерактивного баскетбола, за все это отвечаю я. Лично я начал играть в виртуальный баскетбол еще на приставке Nintendo с 1997 года, и с тех пор игра ни разу мне не наскучила. Но все было не так безоблачно. Спрятанные шнуры, четко отведенное время на игры с приставкой – это только часть айсберга осуждений, с которым хотя бы единожды сталкивались все любители компьютерных игр. Но я всегда играл по вечерам в приставку, и потом в какой-то момент я начал общаться с девушкой, и я даже первое время врал, что я якобы сейчас, ты что делаешь? Да там баскетбол смотрю. Или что делаешь? Да там гуляю. Потому что мне казалось, что это может осуждаться. Да, очень много людей, которые на это скептически смотрят. Это всегда, мне кажется, тяжело, появление новых дисциплин. Много людей об этом еще не знают, многие даже, возможно, не слышали. Тем не менее, всякое дело, к которому лежит душа, находит свой путь и в дальнейшем не конкурирует с другими занятиями или увлечениями, со школой, институтом, работой, а чаще дополняет. Мне всегда был интересен большой баскетбол. Я занимался в молодежке «Локомотива» Кубани, но как-то постоянно совмещал то и другое, но уже потом как становился взрослее, все меньше и меньше оставалось времени на кибербаскетбол, но к тому времени он уже и развился максимально, вот насколько это возможно. Для меня это было очень большое удовольствие играть. Я сейчас играю, но не так часто уже. Я очень долго играл в онлайн-игры, вообще меня всегда привлекали онлайн-игры. Долго играл в RPG онлайн, такие как Lineage, World of Warcraft. И чем меня это зацепило? Тем, что интересно играть с кем-то, в коммуникации там, с друзьями, с товарищами. Вот. Потом позже я уже перешел на PlayStation, вот, и начал увлекаться спортивными играми. Это было так круто, что можно создать свой персонаж, даже можно было настроить ему внешность. И вот мы уже вместе в парке, там другие игры надо, другие игроки там тоже есть. Нужно ждать, там, пока кто-то освободит площадку. Ну, почти все как в реальной жизни. Я закончил играть в лет, наверное, 17-18. Это был там первый и второй курс университета, когда уже я понял, что, наверное, ничего не получится. Вот. Тогда взял джойстик в руки. Я играл офлайн. Ну и думаю, о, нифига себе, там, ну, уже неинтересно стало играть. Компьютер ты обыгрываешь и думаешь, о, есть онлайн, надо зайти и попробовать. Я захожу онлайн, у меня ничего не получается, не могу забить, думаю, что за фигня.
И смотрю, ну, группа ВКонтакте. Сейчас наше сообщество ВКонтакте насчитывает практически 20 тысяч человек. Я возглавил его в 2015-м, уже предвкушая, что однажды это станет чем-то большим. Но при этом отдавал предпочтение естественному ходу событий. У нас всегда была практически каждое лето такая сходка. И там как раз были первые тоже офлайн турниры. Слава проводил в режиме как раз Blacktop, в котором сейчас ребята играют в двоеборье. В результате, спустя 9 лет, мы получили активную живую аудиторию, где каждый сумел здесь найти единомышленника и при этом эффективно прокачать свои скиллы в игре. И, пожалуй, это одна из основных ценностей проекта. Да мне с первых частей казалось, что у этого очень большая перспектива. У нас есть пример Алексея Черкавского. Это тоже один из самых крутых кибербаскетболистов в нашей стране. Вот. И у него не было никакого опыта игры в реальный баскетбол. И много таких, на самом деле, примеров. Просто бери, обучайся. Опять же, ребят отзывчивых в сообществе много. Нужно просто зайти в нужные чаты, там, проявлять активность и просто быть надоедливым в плане вопросов, все узнавать, уточнять и самому это все изучать. В баскетбол играют очень много людей, и все больше и больше, насколько я знаю, людей увлекаются кибербаскетболом. Вот. И я знаю, что на Западе очень развита эта комьюнити. Даже проводятся турниры на большие деньги, поэтому я думаю, что шансы очень велики, и все к этому идет, да. Изначально, когда вот все это зарождалось, мы познакомились со Славой, ну, очень много с ним общались, у него были там грандиозные планы, мало кто верил, но у меня было такое, что я как-то внутри себя был уверен, что это рано или поздно выльется вот в то, что сейчас есть. Я и эти ребята своим опытным путем показали, что приставка не лишает вас каких-то жизненных граней, а наоборот учит ставить цели и достигать их. Главное, начать свой путь в интерактивном баскетболе можно в любой момент. Просто садись, бери, тренируйся, собирай команду, развивайся. Есть много контента на различных платформах, и на Ютубе, и на Твиче. Смотри, как играют лучшие, учись, и все, и будешь в своем комьюнити в России доминировать. Должен быть первым во всем, и в том числе в новой отрасли, в новом виде спорта. И чем больше команд, игроков, людей будут участвовать в новом формате, тем лучше для развития этого вида спорта. Ha ha ha.
решили играть от защиты очень агрессивно, плотно, не давать легкие очки и все. В какой момент ты почувствовал, что вот все, он просел, я сейчас его додавлю? Там через пару бросков и после некоторых удачных защит он начал пассивно играть, пассивнее, меньше дриблить. И я уже понял, что он начинает просаживаться, он начинает плыть. Все. Ну, упрекнуть в физической части тебя абсолютно не в чем, но как ты оценишь свои скиллы в интерактивном баскете? Оцениваю хорошо, но можно было, понятное дело, лучше. Ну, вот, поэтому у меня были хорошие учителя, как и парни из нашей команды, так и первый опыт профессиональный с Лигой ПРО, когда мы готовились к играм будущего. Поэтому вот благодаря им могу показать какой-то результат. Мы до игры все обсудили, я подкорректировал, так мы играли всегда одинаковую защиту, которую тренировали, поэтому особо без подсказок. Мы играли молча, молча, сконцентрированно и все. Изначально, когда я сейчас могу привести пример игры будущего, когда я поехал туда, я понятия не имел, что это такое и как, насколько это будет зрелищно, но что я, что вот наш тренер, мы были солидарны, что формат очень затягивающий, то есть действительно интересно смотреть. И многие мои друзья, там, знакомые, которые вообще не знали об этом, посмотрели это и сказали, что некоторым даже это интереснее смотреть, чем обычный баскетбол. Все время до этого ты играл в онлайн-турнирах. Это твой первый опыт такого большого офлайн-турнира. Тем более ты понимаешь ответственно, что это первый Кубок России по баскетбольному двоеборью. Очевидно, что первым стать всегда лучше, чем получить потом когда-то два. Насколько сильно отличались твои эмоции, именно насколько сильнее ты нервничал, если сравнивать онлайн наши турниры по интерактивному баскетболу ранее? Нервничал я только в первой игре вчера, сегодня без нервов. Я на спокойной, на холодной голове старался играть и как бы вообще никакие эмоции не давать. Эмоции, конечно же, сильнее здесь, потому что здесь лан, здесь живые эмоции, здесь люди живые, а там ты сидишь один и как бы в микрофон кричишь и все. Здесь намного, и зал еще есть, то есть здесь намного сильнее эмоции, намного более живые. После победной речи БК Московского остается добавить, что ребята выиграли не только национальный трофей по баскетбольному двоеборью, но и получили статус игроков сборной России. И в самое ближайшее время, а именно с 13 по 19 июня в Казани, выступят на играх стран БРИКС. Вот там и увидимся.